Давай. Никита, переходим к следующему конкурсу Real Time. Меня зовут Никита. Мой никнейм Ник Хот МСК. Это мой первая встреча с Агатом. Подползай ближе. Я уже немножко освоился тут и написал программу, которая не работает. Я знаю, чуть-чуть про сжатие, я взял строку, нарисовал ее, разделил ее на куски, не целиком, я только первый кусочек сделал, а потом застрял, потому что моя программа не работает, вместо этого она чистит экран полностью. Ты как бы на такена хотел ее разбить, да? Да, возможно, там какой-то не тот символ внутри. Весь комплекс проходил на живом железе. Возможно, это из-за букв. Дело в том, что в этой таблице буквы в двух экземплярах. Есть латиница, большие буквы, вот в этом диапазоне. И еще одна латиница в этом. Я выбрал вот эту. И она ломает компьютер. Поэтому я не успел уложиться в срок. Давайте запустим ее. Не буду вас долго тянуть. 300, запуск. Пустой экран. Вот мой результат. Слушай, а у тебя был промежуточный результат какой-то? Да, у меня был промежуточный результат, он даже что-то выводил текст. Угу. Но потом какая-то одна из этих букв выводит пустой экран. Это не зависит от адреса процедуры вывода. Там я пробовал и тот, и другой, и то все равно ерунда получилась. Амиго.